фармакологическое действие. Нестероидный противовоспалительный препарат, основными свойствами которого является анальгетическое, противовоспалительное и противоотечное действие. Он хорошо проникает в подкожную клетчатку, связки и мышцы, в синовальную жидкость и достигает там терапевтических концентраций. Не оказывает отрицательного влияния на состояние суставного хряща. Показания. Симптоматическая терапия болезненных и воспалительных процессов различного происхождения, в том числе ревматоидный артрит и периартрит, анкилозирующий спондилит, болезнь Бехтерева, псориатический артрит, реактивный артрит, синдром Рейтера, остеоартроз различной локализации, тендинит, бурсит, миалгии, невралгии, радикулит, травмы опорно-двигательного аппарата, в том числе спортивные, ушибы мышц и связок, растяжение связок, разрывы связок и сухожилий мышц. Противопоказания. Гиперчувствительность к кетопрофену или другим компонентам препарата, а также к салицилатам или другим нестероидным противовоспалительным препаратам. Указание в анамнезе на приступы бронхиальной астмы после применения нестероидных противовоспалительных препаратов и салицилатов. Третий триместр беременности. Детский возраст до 12 лет. Нарушение целостности кожных покровов. Экзема. Мокнущий дерматит. Открытая или инфицированная рана. Особые указания. Необходимо избегать попаданий препарата на слизистые оболочки и в глаза. При проявлении каких-либо побочных эффектов следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу. Во время терапии следует избегать прямого солнечного света и ультрафиолетового облучения. Если вы забыли нанести крем, нанесите его в то время, когда должна быть нанесена следующая доза, но не удваивайте ее. Способ применения и дозы. Для наружного применения небольшое количество крема 3-5 см легкими втирающими движениями нанести тонким слоем на кожу воспаленного или болезненного участка тела 2-3 раза в день. Продолжительность курса лечения не должна превышать 14 дней. Условия хранения и срок годности. Хранить при температуре не выше 25 градусов. Срок годности 5 лет.